Близится священный месяц Рамадан. Мусульмане всего мира в волнительном ожидании уже отчитывают дни до его наступления. В рамках программы «Alifstat» магазин ummaland.com предложил пройти опрос. Мы спросили у наших зрителей, готовы ли они к Рамадану. Почти 8 тысяч человек ответили на этот вопрос и поделились своими переживаниями и мыслями в комментариях. 80% респондентов уже готовы встретить месяц поста как самого дорогого гостя. «Очень жду Рамадан. Это подарок Творца. Рамадан – дорогой гость, который приходит раз в год и сплачивает нас еще больше». По ответам респондентов мы поняли, что некоторые мусульмане имеют четкий план по подготовке к священному месяцу и стараются, чтобы их вера пребывала на подъеме задолго до начала Рамадана. Таких зрителей оказалось почти 15%. «Потихоньку готовлюсь. По понедельникам, четвергам стараюсь держать пост. Вот сегодня тоже держу». И лишь 5% зрителей привыкли плыть по течению и ожидать, что все произойдет само собой, поскольку заняты мирскими делами и заботами. «Как готовиться? Рамадан наступит, будем держать пост. Это и есть готовность». Тем не менее, религиозные деятели советуют готовиться к настроению священного месяца духовно и физически, отказаться от вредных привычек, читать Коран и держать пост. «Никогда нельзя сказать «завтра» или «скоро», потому что это так и останется, и так далее. Надо приступать к намазу и держать пост. Мы эту жизнь не купили». О подарках на праздник тоже можно позаботиться заранее. В специальном разделе на сайте Ummaland можно приобрести полезные брошюры для детей о Рамадане, а также подарки и украшения для праздника.